Для того, чтобы сделать подставку для телефона, берем пол-листа формата А4 размером 15 на 21 сантиметр. Берем лист, складываем его вдвое. Раскладываем обратно. Теперь в другую сторону складываем лист вдвое. Поворачиваем. Теперь боковые уголки загибаем вниз по центральной линии с обеих сторон. Берем один верхний листочек и загибаем его вверх. Фиксируем положение. Берем заготовку, переворачиваем на другую сторону. И снова верхний листочек загибаем вверх. Берем заготовку, поднимаем ее вверх, расширяем серединку и складываем верхний угол к нижнему углу. Теперь поднимаем листочек и второй листочек засовываем под верхний листочек. Складываем, переворачиваем. Снова листочек поднимаем и второй листочек опускаем под верхний листочек. Складываем, ложим и фиксируем положение. Теперь нижний уголок загибаем к верхнему уголку. Фиксируем положение. Переворачиваем на другую сторону. И снова нижний уголок загибаем к верхнему уголку. Фиксируем положение. Снова берем заготовку. Поднимаем ее вверх. Расширяем середину. И складываем верхний угол к нижнему углу. Ложим и фиксируем положение. Берем заготовку, поднимаем, берем за боковые стороны и растягиваем их в стороны. Ложим. И фиксируем положение. У нас получился вот такой кораблик. Раскрываем середину. Теперь посередине уголок прижимаем к боковой стороне. Держим и переворачиваем на другую сторону, вверх. Уголок держим прижатым к боковой стороне. И вгибаем в середину центральную линию. Складываем вдвое. Переворачиваем. И наводим в верхнюю сторону, чтобы зафиксировать положение. Переворачиваем на другую сторону. И теперь наша подставка для телефона полностью готова.